Дружище, мы с тобой оказались на поле боя игры Pixel Privities. Игрулька от создателей игры Пиксельные пираты. У нас с тобой один самурай с мечом. Второй у нас с тобой просто снайпер, который, кстати, умеет еще и лечить по совместительству. Здесь что такое? Здесь олень, здесь ослик какой-то. Ослик с... что-то он несет. Маленькая лошадка. Давай ее мочим, лошадку. Я не знаю, что она сейчас нам даст, эта лошадка. Но, наверное, что-то даст. Да, что-то дала. Все, спасибо, лошадка. Но идем дальше. Опа, а здесь у нас пиратские сокровища. Пиксель Privities, то есть пиксельные каперы, пиксельные корсары, как вам еще лучше сказать. То есть, по сути, мы какие-то грабители, но вроде как свои. Опаньки, смотри, снайпер на нас напал. Ну-ка, давай-ка. Сейчас мы тебе дадим полобешнику. Так. Какой-то снайпер вот второй, да, не очень у нас сильный, на самом деле. Но я дал ему, честно говоря, самую крутую... Так, тихо. Паучка убили, а? Ну надо же, а? Вперед. Эх ты, смотри-ка, что происходит. А ну-ка. Смотри-ка, прям круто. Крутой замес, кстати, да? Но как-то я сначала шалел, но я вспомнил, что у меня меч. И я вспомнил, что у меня хорошая броня. Что самое главное. Так, все, как бы все. А это что такое? Иди, бери, бери, бери. Ну давай быстрее. Ходит, знаешь... Так, это мы убили. Ходит, похоже, на Саус Парк, Южный Парк. Вперед! Здесь тоже, смотри, на мечах сейчас будем драться. Есть, первый готов. Второй. Второй готов. Заметь, все как в пиксельных пиратах. Вот один к одному, на самом деле. Ничего не изменилось. Так, что? Все? Как бы все. Ну, ладно, все, наверх. Как в Звездном пути. Видел? Раз, и переместились на корабль. Так, у нас здесь характеристики улучшились, да? Давай еще защиту включим. Этому тоже защиту. Два. Так, смотрим, что у нас тут есть. Значит, вот этот чувак у меня с хорошим мечом. 42. Меч очень крутой. 76! Вот это, конечно, меч получше. 56. Так, вот этот. Вот, честно говоря, недоволен я этой снайперской винтовкой. 34. Вот это вот, кстати, лучше. 62. 18. Ну, не знаю. Вот. Давай-ка, наверное, возьмем автомат. Мне кажется, побыстрее будет заканчиваться бой. Здесь что у нас? Это не очень. Это 120. Ну, неплохо. Давай. Где? Не вижу. Вот. Возьмем хорошую такую защиту. У тебя что? Шапка крутая, конечно. Ну, давай шапку вот эту возьмем. Она крутая. Будем как спецназ практически. Так, и галактическая карта. Ну, давай, куда? Вот сюда давай. Полетели. Полетели. Все, полетели и прилетели. Сейчас будем брать штурмом. Вперед. Так, это мы на своем же корабле вроде. Че, давай замес устроим тут. Эй, товарищи, ребята, вперед! На нас напали, видишь? На наш корабль с тобой напали. Вот это, кстати, наш корабль. Чтоб ты в курсе был. Раз его. Смотри, без головы даже. Уже заранее без головы. Че, еще кто есть? Музыка хорошая. Так, проверяем каждый отсек. Вперед, друзья мои, замес! Замес пошел! Смотри, вот это огромный меч, да? Не то, что мой маленький. Так, отходим. Отходим. Что такое? Че, неужели убьют? Ну, сильные, смотри, на нас напали сильные ребята. Валим отсюда, ва! Убили. Убили меня, смотри. Полностью добили корабль, и ребята убежали. Дружище, ну, в целом, я так понимаю, ты понял,
Что это восстанавливает, видишь, нас? Что это за игра? Интересная игрулька на самом деле, ну, реально. Ну-ка, смотри-ка, что это такое? Восстанавливаем их, да? Так. Ну все, восстановили, что ли, получается? Неприятно, конечно, неприятно, когда тебя убивают. Они были, конечно, на голову выше нас, на самом деле. Ого, смотри, мне очень нравятся эти локации. Локации классные. Вот что есть, то есть. Вперед! Все, поехали. Ого, против расы... прорабов мы стреляем, судя по всему. Давай, давай, давай. Не ленись. Все-таки меч это сила, да? Смотри, как он его. Ну-ка. Что, ребята, я их вас на салат порублю сейчас. Один готов салат. Сейчас будет второй салат. Все. И, конечно же, какой-то пузырик вылетел. Просто он не мог не вылететь. Вперед! Мы захватываем землю, как говорится. И, кстати, неплохо стреляет автомат, как ты видишь. Давай, давай, давай. Ты что встал? Раскачивается. Смотри, раскачивается и не идет дальше. Че он раскачивается? Ну, иди сюда. Ну, молодец. Все-таки глюки тут есть в игре, как ты видишь. Ну-ка, полголовы. Мужик, полголовы. Вперед. Что, пройдем дальше? А, вот сюда надо нажать. Уху, опять чуваки в маске, в каске. И теперь только они еще с битами, какими-то, я не знаю, дубинками. Забавно же тоже, да? Давай, давай, давай. Деремся, деремся, друзья мои. Так. Здесь, кстати, суперспособности есть у людей. Я что-то так, смотри, опа, видел? А еще мы можем подлечить нашего друга. Так, подлечились немножко и продолжаем драться. Что такое? Вы драться будете, товарищ? Я, конечно, и очень извиняюсь, но хорошо бы, что вы немножко подрались, чуть-чуть совсем. Все, вперед. Следующая комната. Ого. Есть, одного замочили. Второго. У каждого персонажа свои есть какие-то характеристики, свои перки. Потому что я уже немножко поиграл в эту игрульку. Так. Что? Что, ребятки, что вы хотите? Опа! Убежали! Ну что, трусы, что ли? О, а, ну не совсем трусы. Теперь на их место пришли, судя по всему, какие-то роботы. Кстати, вот я смотрю, да, персонажей много интересных. Ну-ка. Ты чё? Ты чё стоишь? Давай, дерись, бей его. Ну, давай. Подвесили нас немножко, видишь, замедлили. И уровень ап. Эх ты, смотри. Чувак с такой этой. Это типа голограмма сейчас была. Переходим дальше. Вперед! Ну-ка. Есть! Смотри-ка, здесь стреляет, я не знаю, чем даже. Какими-то отравляющими веществами, что ли. Ух ты, вот это мощно было сейчас. Вперед! Пол жизни, конечно, но ничего не поделаешь. Давай, давай. Раз, все. Замочили. Так, что-то нам кинули. Кредит какие-то. Такая миссия-то непростая, как ты видишь. Все-таки надо было обоим дать по мячу. И я думаю, мы бы здесь просто на капусту всех порвали. Все, последнее, что ли? А, все, потом выход уже будет. Так. С отбойным молотком. Кстати, вот мне бы молоток такой не подошел бы. Я бы мясо отбил. Потому что скоро обед. А я ведь мяса никакого пока еще не отбил. Понимаешь? Что, мы насквозь прошли? Ого! Ёжик! Смотри, какой приятный ёжик. Так, как вот пистолет вот взяли. Кролик, смотри. Ужас. Кролик, ёжик. Кого здесь только нет. Это куст какой-то вообще. Маминкин сыночек и мамка. Я смотрю. Так, еще один. Это кто? Это... Блин, а я знаю, кто это. Вот кто это. Видел? Взрыв какой был. Еле успели убежать. Отстреливаем. Так, отстреливаем.
Все, пришли к концу. Мы как бы все, пришли. Все, конец миссии. Все, телепортируемся. Давай посмотрим, что же нам дали интересного. Так. Во-первых, нам дали какие-то перки, да? Ну. Опыт. Опыт мы с тобой взяли. Есть. Теперь мы с тобой давай возьмем еще. Посмотрим меч какой-нибудь. Может, еще круче какой-то есть. Это 42, это маленький. Нет, это слишком маленькие клиночки. Посмотрим, что можно взять на замену. Вот, например, вот этот пистолет круче. Вот это вообще круто, но она у нас была, она как-то медленно стреляет на самом деле. Давай возьмем обычный пистолет. Вот этот или вот этот? Вот этот как-то получше будет, кстати. Прям такой солидненький он на самом деле. Ну, дружище, на этом все. Я дал тебе представление первое об игре Pixel Privities. К сожалению, у игры нет русского языка, как и у Pixel Пиратов. Но здесь нужен этот русский язык. Здесь по-другому никак. Если в Pixel Пиратах там особо не было квестов, там все было очень просто, то здесь какие-то квесты, все время кто-то с тобой общается, со словарем сидеть, ну, крайне неудобно. Ну или начинай учить английский язык. Пока.